сегодня я встала 7 утра, потому что мне надо было ехать простолить последний экзамен. Я очень хочу есть. У нас уже так тепло, что я в ветровке. Еду в универ проставить зачет и написать заявление, и в ателье заодно. Ребят, сейчас уже 7 часов, я провела занятие. Я перед этим так хорошо поспала часик. Мы уже, кстати, убрали елку, теперь в комнате больше стало места. Сегодня будем перед сном делать масочку для лица и для ног. Я что-то думала, что это будут типа носки, которые надеваешь на 15 минут, а это патч, который надо наклеить на всю ночь. Сделаю какой-то тут пакетик с чем-то пахнущим. Ребят, все стало черное, и оно пахнет сулугуни. Я не знаю, что это такое, не знать не хочу. Ребят, голову помыли, маску сделали, теперь бежим завтракать. Зашла на Вайлдберриз за сывороткой прыщей и забрала из ателье свои штаны заштопанные. Это был, вправду, один из моих любимых маникюров. Ребята, и сейчас мы бежим на новый. Ребят, ну такой довольно милый. Я бегу в магазин. Я помылась, помыла лицо и сейчас намазала все вот этой сывороткой. Надеюсь, что это хоть как-то поможет, потому что с кожей просто какие-то большие беды.
то чувство, когда тебе пришлось намазать все лицо, а не пару прыщей. Короче, когда я пользовалась у друзей такой сывороткой, то она на утро убирала воспаление, поэтому сейчас проверим, на утро. И если она поможет, то я оставлю артикул, я ее на Wildberries заказывала, она недорогая, 200 рублей. Вообще я хотела сделать йогу еще с утра, потом я хотела сделать вечером, но сейчас уже час ночи и мне лень. Надеюсь, завтра с утра сделаю. Всем спокойно. Ребят, я хотела вам еще рассказать о том, что я сейчас пью и что я заказала на Wildberries. Это сначала, в общем, я заказала цинк-хелат, потому что он оказывает такое же действие, как ретиноиды, и я в этом убедилась. Когда я его пила, у меня полностью начала очищаться кожа и становилась гладкой, и реально такой же эффект, как если бы я пила акнокутан. Но потом я еще зачем-то заказала коэнзим Q10. Начала его пить, и меня почему-то жестко обсыпало все лицо. Я не знаю, может, это не из-за него, а может, из-за него. Может, у меня на него аллергия. Но я почему-то продолжаю его пить, потому что решила уже, попью еще нужное время и посмотрим. Если будет так же плохо, то не буду пить. Вообще... У него такой эффект, что оно, наоборот, должно заживлять все раны и кожу делать гладкой, но что-то нет. А цинк очень хороший. Ребят, сегодня у нас такой домашний день. Мы будем готовить пиццу и шоколадный фондан с мороженым. Я заложила вторую пиццу, сейчас буду готовить фондан. Вкусно. Ребят, теперь будем баскетболку урока смотреть. Юху. Лина, быстро оценку фондана и пиццы. 10 из 10, не слепи мне в глаза. Мне только что курьер притащил посылочку, сейчас поглядим, что там. Сколько мне всего прислали, как мило. Ребят, сейчас мы посмотрим, что тут вообще было. Итак, тут у нас была сыворотка, нет, серум для лица. Потом еще такой серум для лица. Вот эта прикольная штучка, которую я хотела всегда попробовать. Это, как я забыла, как называется. В общем, спрей для закрепления макияжа. Ой, я хотела такой еще, наверное, в детстве. В лет 13. Дальше у нас тут румяна, пудра, матирующая пудра. Пудру я, кстати, сейчас прям попробую, потому что я сейчас собираюсь идти фотографироваться. Вот, хайлайтер, вот такие вот нюдовые тени. Так, потом у нас идет тушь, подводка для глаз. Потом я думала, что это что-то для бровей, но это и так для бровей, но тут только такой транспарент, да, контейнер. Сюда нужно самому вставлять всякие продукты для бровей. Так, и у нас остались еще продукты для губ. 4 карандаша нюдового цвета. Вот такие цвета, просто one love, потому что я, если крашу губы, то только такими цветами. Никакого красного никогда я не
использую. Потом две нюдовые помады и вот такой вот бальзам для губ. Сейчас я некоторые протестирую, но всякие там карандаши уже вечером, потому что я сейчас иду фотографироваться, и я не хочу сильно краситься. Ребята, а сейчас я бегу на лазер. Уже третья процедура. Ребят, все подписываемся обязательно на Телеграм, на Инстаграм. Ссылки будут в описании, потому что там я каждый день. Также недавно я проводила вопрос-ответ, поэтому вы можете меня лучше узнать. Все, все бежим туда.